Наконец-таки это произошло. Блин, дело такого рода, что Леша мой сосед. Я вот вижу его всю жизнь, как она проходит, и поэтому какая-то вообще не то, что надежда, ну просто какая-то благодать рядом. Чувствуется, что человек достойный вот рядом живет. Поэтому... Я верю, что и когда-то мне говорил, что все будет вот хорошо. И поэтому я не верю, что все у меня тоже будет хорошо. Надо решить при народе.